Двор между домами номер 8 и номер 12 по улице Текстильщиков и двор рядом с домом номер 10 на улице Молодежной ждет преображения. И оно уже началось. Сейчас начальная стадия благоустройства. Идет демонтаж старого покрытия и бордюров. Пока здесь бетон, щебень, старый асфальт, строительные материалы, но все это временные трудности, которые жители готовы терпеть. Ведь совсем скоро, в начале августа, их ждет благоустроенный двор. Здесь заменят асфальт, оборудуют новые парковки, отремонтируют тротуары и подходы к подъездам, установят лавочки и урны, высадят более 30 кустарников. Двор, мягко говоря, был не очень, потому что у нас очень много детей, обходить негде. Машины ездят, пространства очень мало, некомфортно, вообще небезопасно. Так что, что сейчас делают, это даже пойдет на пользу нашему населению. На пользу населению пойдет и новый сквер, который сейчас благоустраивают неподалеку. Работы ведутся не только во дворах. Пустырь за домом номер 12 по улице Текстильщиков станет новым местом отдыха. Его выбрали более 17 тысяч жителей на всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. В этом сквере площадью около 1,5 гектара обустроят прогулочные и спортивные зоны, детские площадки, сцену для проведения праздничных мероприятий. Кроме того, установят освещение и камеры системы «Безопасный регион». После строительных работ в сквере проведут дополнительное озеленение, а существующие березы сохранят. Аллеи сквера будут соединены с сетью пешеходных дорожек. Завершить работы также планируется в августе этого года. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.